то время ученым удалось исследовать с помощью новой техники звезды, солнца, белых карликов и даже черные дыры. Они открыли людям новые миры, восхитительные, незнакомые и даже пугающие. Энди, ты опять не слушаешь? Я просто... Спал? На моем уроке среди бела дня посмотрим, будешь ли ты дремать в темноте до конца урока. Мать! Ты заперт в шкафу. Вы не можете этого сделать, я знаю свои права, мой отец адвокат. А мой тюремщик как-то. Ой-ой-ой, темноты боимся. Немедленно вернись, щенок! Ни за что! Сегодня тебе повезло, но завтра исповедь тебе не отвертеться! Свобода! Ух ты! Эй, виски! Привет, дружище! Хочешь одеть мою кепку? На! Эй! Скорее, Виспи! Наш трамвай! Смотрите, затмение! Вау! Иди домой. Подожди, мам, еще минуту. Но не лучите, нам нужно поговорить. Нет, ну что происходит? Ну давай, скорее, запускайся! Добро пожаловать, Энди, запускаю. Ну, наконец! Обратный отсчет через 4 секунды. Извинись перед мамой, яблоко, фотоаппарат и не забудь сок. Отлично! Держись, я спасу тебя, Виспи! Вау! Что за чертовщина? Нет, нет, нет! Есть образы взрыва. Я знаю, знаю! О, черт!
очень помогла, ты знаешь? Yeah.
Почему вы такие тупые? Может быть, на другой планете? Ай, наверное, нет. Ой, ты спас мне жизнь! Балбес! Повелитель же ждет! Можно сказать, но довольно небольшой и с интересным содержимым. Заткнись. Интересно, что же в мешке? Надеюсь, ты не обманешь моих ожиданий. Открывай мешок, идиот. Открывай мешок, идиот. Вам очень понравится содержимое. Вот он, долгожданный момент. Это именно то, что вы ожидали? Открывай мешок. И вот мы наблюдаем... Тупоголовый! Пожалуйста, хозяин, не надо! Я исправлюсь! Я очень боюсь высоты! Ой, как больно! Хозяин, мальчик уже в твоем царстве! Приведите его!